Любители коньков попросили не приходить на катки. Сегодня в горадминистрации объяснили неготовность бесплатных площадок. Проблемы с городскими катками начались еще в новогодние праздники. Кировчане жаловались на откровенно плохое состояние площадок. Оказалось, что привести в порядок катки подрядчики до сих пор не смогли. Пожаловались на серьезную оттепель. Каток на улице Спасской пустует уже несколько дней. Кататься на коньках здесь невозможно. Местами площадка завалена снегом и уже покрылась большими буграми. Такая же картина и на катке в Коминтерне. Сегодня ситуацию прокомментировали в горадминистрации. Говорят, что во всем виновата переменчивая погода, перепады с минуса на плюс. Якобы при таких погодных условиях подрядчики не могут обеспечить гладкую и ровную поверхность льда. Так, на прошлой неделе на катке на Северной набережной пытались подзалить поверхность, но из-за плюсовых температур каток не замерз, а потрескался. Зачем нужно было заливать каток в плюс, в администрации не пояснили. Вместо этого любителям покататься на коньках посоветовали не приходить на катки в теплую погоду. Сколько необходимо градусов, чтобы подрядчики смогли нормально залить катки, неизвестно. За содержание бесплатных площадок по договору они должны получить 1 миллион рублей.